В регионе прошел первый этап профилактической акции «Нелегал-2023». Полицейские зафиксировали 89 случаев нелегального проживания иностранцев в России. К слову, многие из них работали во Владимире незаконно. Правоохранители выявили 41 нарушение. В результате этого 33 работодателя заплатят штрафы. Общая сумма взысканий составила 238,5 тысяч рублей. Принудительно из страны будут выдворены 14 нелегалов, а еще 24 иностранца вернутся домой после принятия решения об административном выдворении.